Проект «12 артефактов», который стартовал в январе 2019-го, завершился. Каждый месяц на протяжении года Брестский областной краеведческий музей удивлял брестчан и гостей города новыми артефактами. Это предметы, которым родственные определения – первый, единственный, уникальный. Каждый из представленных артефактов разный по происхождению, предназначению, времени возникновения, но их объединяет одно – связь с историей и культурой тысячелетнего Бреста. Весь проект был посвящен тысячелетию города Бреста, но последний артефакт, который мы сегодня увидим, он напрямую связан с 80-летием образования Брестской области. Это знамя, которое было вручено Брестской области, государственное знамя по указу президента Республики Беларусь, к 70-летию Брестской области, то есть 10 лет назад. По решению Брестского областного исполнительного комитета знамя было передано нашему музею и с тех пор хранится как один из особо ценных экспонатов и музейных предметов. Этот артефакт хранится в коллекции вексиллологии, которая изучает и сохраняет такие предметы, как флаги, штандарты, знамена, транспаранты и другие предметы подобного рода. Всего в коллекции насчитывается 2082 предмета, из которых 23 знамена. Самым ценным среди них является почетное государственное знамя Республики Беларусь. Нам нужно хронологически закончить было 21 веком, новейшим временем, и выбрать какой-то такой достойный предмет, который бы поставил, как я говорю, не точку, а восклицательный знак. Суть проекта заключается в том, что Брестский областной краеведческий музей смог показать гостям города и брестчанам музейные коллекции. Поэтому каждый месяц сотрудники музея тщательно готовились к выставке. На их плечи легла огромная ответственность выбрать для каждого месяца один артефакт, который имеет наибольшую историческую ценность и больше всего связан с историей города. Очень много было различных и музейных проектов, и социальных, и культурных, и исторических, связанных и с тысячелетием города Бреста, и с 80-летием Брестской области. И очень приятно, что наши музеи, в том числе вот областной краеведческий музей, ну, скажем так, занимают очень активную позицию в продвижении таких символов, ценностей, которые есть и существуют, и будут существовать, наверное, и в городе, и в области. И этот проект, он этому подтверждение. В январе 2020 года в музее планируется организовать итоговую выставку проекта, где будут презентованы все 12 артефактов. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.